гостевая компания, западносибирское предприятие «Мы». Здравствуйте. Елена Башева, секретарь-руководитель западносибирского предприятия «МЭС Сибири». На эту должность она попала в результате конкурса, на котором выгодно отличалась от других претенденток. И в знании русского языка, и в деловых навыках, и во владении компьютером. Сейчас она успешно работает. А в марте девушка еще и стала одной из победительниц международного фотоконкурса «Мисс Энергетика» в номинации «Мисс Сияние». Для этой победы много было сделано. Даже фотографию конкурсу Елена готовила заранее. Автор – это супруги Андрея и Марины Лихошерстовы, одни из самых востребованных фотографов у нас в городе Барнауле. Мы собрали практически команду даже целую, это и фотографы, и парикмахер. Лампочки самые настоящие, какие-то я нашла у бабушки, там достаточно большие лампы. Какие-то закупили специально, соорудили это все в прическу. И, конечно, была идея, чтобы это все горело естественно. Хочется сказать большое спасибо моим коллегам, которые меня поддерживали в течение всего конкурса, голосовали. Все верили в победу и высокий результат. Ну, так оно и вышло. На зимней спартакиаде «МЭС Сибири» Елена в составе сборной предприятия по стрельбе. Отлично играет в волейбол. В составе сборной предприятия становилась победителем турнира по волейболу на первой спартакиаде энергетиков Алтайского края. Стрельбой я заинтересовалась с этого лета. Был мой день рождения, мы ходили в тир. И так уж получилось, что я выиграла 3 мягких игрушки. И, конечно, захотелось пострелять еще. И когда предоставилась такая возможность уже здесь, на предприятии, в рамках подготовки к спартакиаде зимней, я поучаствовала в отборочных соревнованиях, и меня взяли в команду. И это далеко не все. Елена также увлекается английским языком, фотографией и танцами. Со школьных лет занималась студией «Северная сторона», где училась не только искусству исторического танца, но и основам этикета. Кстати, даже бальные костюмы она шьет своими руками. Коллеги по работе, узнав, что Елена участвует в фотоконкурсе, свою красавицу поддержали. Приятно, что наши сотрудницы не только в работе демонстрируют отличные результаты, но и могут побеждать вот на таких всероссийских конкурсах, включая этот. Переживали, поддерживали нашу Леночку. Мы очень рады, что она победила. Она очень приветливая, доброжелательная, коммуникабельная девочка. Она на самом деле «Мисс Сияние». К слову, в конкурсе «Мисс Энергетика» приняли участие свыше 100 претенденток из разных энергетических компаний России и СНГ. Кроме Елены Башевой, в топ-20 вошли еще 2 сотрудницы «МЭС Сибири». На 4-е место вышла инженер охраны труда и надежности красноярского предприятия Татьяна Бездомникова, а 16-е место заняла Евгения Евсеева, специалист производственной службы филиала. Уже не первый год жюри конкурса по достоинству оценивает красоту сибирячек. Людмила Ганжурова, Евгений Скрипин, ФСК ТВ, Сибирь.